Здравствуйте. Я рад видеть вас еще раз. Последний раз видели 3 года назад. Очень много информации у нас есть о Судове. Почему? Потому что команда очень играющая, опытная. Поэтому мы старались максимально все изучить соперника. Мы очень уважаем историю вашего футбольного клуба, потому что мы знаем, что последние годы вы в Еврокубках выступаете неплохо, в чемпионате Литвы, поэтому у нас все, в принципе, информация для того, чтобы выглядели против вас достойно, хорошо, и из 2 матчей мы вышли дальше. В принципе, это, скажем так, в наших силах, но еще раз повторяю, что уважаем соперника, и я думаю, что победителя будет известно с 2 матчей, не завтра, а с 2 матчей.